Рабочая неделя завершена, близятся выходные. Чтобы они прошли ярко, нужно уже задуматься о культурно-развлекательной программе. И тут в помощь вам наша афиша. И я, Юлия Север. Театр «Камерная сцена» в эту субботу ставит спектакль «Пустошь». Встретились Иован и Миленко, полюбили друг друга. И в этом не было бы ничего необычного, если бы не жили Иоанн в деревне Букюмире, а Миленко в деревне Черновичи. 100 лет воюют жители двух соседних деревень. Воюют не на жизнь, а на смерть. Но театр оставляет надежду зрителям на то, что разум восторжествует, и любовь способна победить все. История балканских Ромео и Джульетты. 4 апреля в театре «Камерная сцена». Маленьким любителям театрального искусства предлагаем отправиться 4 апреля в театр кукол. На сцене «Радужная рыбка». В процессе представления малышам предстоит не только следить за происходящим на сцене, но и принимать в действие непосредственное участие. И играть, и считать, и отгадывать загадки. Ведь и рыбак, и все обитатели озера постоянно обращаются к ребятам за советом. А история самой «Радужной рыбки» научит детишек, почему нельзя зазнаваться и к чему это может привести. Не пропустите. 4 апреля. Пьеса Мартина Макдонаха «Череп из Коннемары» ожидает зрителей театра «Самарская площадь» 5 апреля. Макдонах – один из самых эпатажных драматургов нашего времени. Его пьесы кого-то приводят в восторг, кого-то ужасают. Главное, никто не остается равнодушным. Герой пьесы должен эксгумировать могилу собственной жены, в убийстве которой он подозревался 8 лет назад. При вскрытии могила оказывается пустой. Куда пропали останки бедной женщины? Виновен ли герой пьесы? И кто вообще в этой истории прав, кто виноват? Зритель должен ответить сам. Автор ответа не дает. Хороших вам выходных, а наша афиша увидится с вами в следующую пятницу. Не скучайте.